Теплоэнергетики республики просят помощи у надзорных органов. Баш РТС обратилась в прокуратуру с заявлением о нецелевом расходовании платежей граждан управляющими компаниями. Среди 23 управляющих компаний, указанных в заявлении, есть и стерлитамакские. Это управляющая компания «Потенциал», ОБЖИ, управляющая компания «ЖКХ Ресурс», ТСЖ «Алмаз». Просроченная дебиторская задолженность по городу Стерлитамак за 6 месяцев 2015 года составила 592 миллиона 428 тысяч рублей. Общая задолженность свыше 661 миллиона рублей. Общая задолженность юридических и физических лиц за потребленное тепло и горячую воду перед Баш РТС на 1 июля составила более 5 миллиардов рублей. С начала года она увеличилась на 20%. Главными виновниками такого роста стали управляющие компании и ТСЖ. На их долю приходится основная часть неплатежей свыше 3,5 миллиардов, сообщает сайт башкирской генерирующей компании.